Итак, мы посетили озеро с мамукой, а теперь движемся в сторону Асканской крепости, да? Да. Посмотрим, что за крепость. Это 7-8 век, да? Да. 7-8 век. 5-6-7. 5-6-7, понятно. Красными камнями обозначена тропа крепости, а справа мы видим карьер, который мне сказали какой-то прямо вот он уникальный, очень знаменитый. Но чем, я не понял, нужно будет потом уточнить. Что-то в нем такое интересное здесь добывают в этом карьере. Вот он этот карьер. Тут разного цвета грунт, и синий какой-то, и желтый. Что ж тут добывают? Мамука не может сказать, по-русски не знает, как это, извините, как это звучит, не знает он. Потом спросим у знающих людей. Вот поднимаемся выше и выше мы. Отсюда еще один открывается вид на карьер и на близлежащие окрестности. В результате осадков пепла подводных вулканов, смешанных с морской водой, возникла глина, оказавшаяся на территории деревни Мтиспири. Местное население использовало глину для мытья головы, а также продавало ее. Рудниками глины в Мтиспири серьезно заинтересовались в середине 20 века. В 50-х годах был построен завод по добыче и обработке глины. Глина используется при изготовлении бумаги, в пищевой и текстильной промышленности, а также во многих отраслях сельского хозяйства. Запасы залежей асканита составляли 10 миллионов тонн. Сегодня осталось где-то половина этих запасов. То, что на карте выглядит рядом, на деле оказывается совсем не рядом. Да еще это горная дорожка. Вверх-вниз, вверх-вниз. Вот. Но дойдем сегодня к вечеру-то. Сейчас мы проходим по каким-то местам. Здесь народ заготавливает дрова, наверное. Но дорога все хуже и хуже. Мамука Сусанин, ты правильно ведешь? Какой-нибудь дорогой, но выведет. Так, и призадумался. Куда же дальше идти? Хорошо, что мы пошли не вчера в дождь, а сегодня, когда солнышко светит. По-моему, тут дорога кончается. А теперь пойдем лесом. Ну правильно, а что там? Долго шли поляки лесом за каким-то интересом. Шли безбожно матеря Ваньку, Глинку и царя. А теперь лесом. Вообще я знаю, что крепость эту построили, чтобы спасаться местным людям от набегов турок. Вот думаю, что они очень удачно ее построили, потому что мало кому из турок захотелось бы переться в такую даль. Ну, я своему проводнику доверяю. Тем более вариантов все равно нету больше. В крайнем случае повернем. Мамука легких путей не ищет. Нет. Иди. Постоянно приходится перелазить все это бурелом и форсировать небольшие речки, и так просто грязь. Но мы упорно движемся вперед. Мамука явно знает, куда ведет. Я ему доверяю. Хотя есть у него одна особенность, он любит непростые тропы. Вот продирались сквозь этот лес, вышли в замечательное место. Вот есть хорошая дорога. Почему Мамука по ней не повел, это вот тайна, это вот... Он, наверное, специально путает следы. Дальше мы идем вообще без всякой дороги, каким-то косогором лезем. Сейчас потащит меня через кусты. Он знает направление, это главное. Ну, конечно, ни о каких культурных тропах речи здесь и не идет. В лучшем случае... Тропа, по которой ходят коровы. Это в лучшем случае.
забираемся все выше и выше. Вот здесь хоть более-менее тропа есть. И вот среди таких чудесных цветов она проходит, эта тропа. Прям как в джунглях. А вот он, удавка. В принципе, только ради прогулки вот по этим зарослям сюда можно было лезть. Если не торопиться, они вроде бы и не пахнут, но цвет очень интересный, красивый. Это как вот джунгли действительно идешь тут. Интересная тропа. Главное, что нет комаров. Мамука кричит: дорога. Он любит помытарить бедного путешественника, который не знает дорогу, по козьим тропам. Потом вывести их: дорога! Это хорошо, что ему попался такой мирный товарищ, как я. Другой бы уже разобрался с ним, как поляки. Я шучу, конечно. Мамука отличный чувак. Опять заросли цветов, не знаю, какое ботаническое название. А, я вроде пошла вниз, тропа. Мамука говорит, осталось совсем недалеко. Уже какие-то, вроде как, руины пошли. Вот такие вот места. Здесь открываются красивые виды. Вот таких вот мест мы уже прошли много. Подъемы, спуски. Интересно, сколько людей посещают эти места в год. Я думаю, что очень немного. Вот красота какая. Пойдем дальше. Да. У нас спуск дорога. Здесь ночевать можно. Тропа вверх. Ну, деваться некуда, нужно идти. Ну, мы практически пришли. Сейчас посижу немножко на камушке. Здесь вот она уже крепость, а вот ее развалины. От нее на самом деле немного чего осталось. На такую высоту мало кому из турков захотелось залазить. В общем-то, я думаю, крепость можно было и не строить. Уйти в горы они бы так не достали бы. А, красивый камень есть, порос мхом. Страшно? Я тоже хочу туда залезть. Как бы вот только не упасть. Ох, мох какой мягкий. Мамука опять повел какой-то козьей тропой. Он очень любит всяческие нестандартные ходы в путешествии. Говорит, что он знает, что лучше пойти здесь. Ну, пойдем, ладно. Лезь, лезь. Там вот тропа узенькая возле самой скалы. Я не буду там снимать, чтобы не упасть. Еще. Вот. Вход в крепость, арка сохранилась.
Вот эти камни здесь лежат с 8 века, наверное. Может и раньше. Осталось подобие ступенек. Здесь, по-моему, уже вообще некуда подниматься больше. Нет, здесь вход. Здесь самый вход. Тяжело к нему подползти. Вот он. Вот он вход. Мамука уже забрался. Вот он хоть с меня сейчас сфотографировать. Ну давай, фотографируй. Еще выше. Давай. Ну вот попозировал. И вот древняя Асканская крепость открыла для нас свои двери. Собственно говоря. Мы сейчас внутри нее. Здесь все заросло кустарником. Это чай, чай. Что это? Чай. А, это водосборник. Здесь собиралась вода, дождевая, и запасалась на случай осады, да? Понятно. А сейчас вот воды нет, а пить охота. Это Бахвицкали. Бахвицкали, ну дойдем. Вот такой вот сборник воды, выдолбленный в камне. Дальше идем. Вот остатки стен. Окей? Окей, окей. А, наверх? Это второй. А, второй сборник. Второй водосборник. Сейчас я подпихну. Спасибо. Мамука, сними, пожалуйста. Окей, хорошо. Она работает. Да. Работает? Сейчас, да? Мамука, сними. Водосборник. Да. Работает. Да, да. Все настроение портит только единственное. Это не высокие подъемы, не жара, вот эти вот подлые колючие лианы, которые цепляются. Найди. Хочешь, чтобы я залез? Да, вот. Сейчас я залезу. Да, я залез сюда. Это здоровый весьма водосборник. Я не знаю, на сколько кубов. В нем даже вода есть. Да, хватило бы надолго. Как ты говоришь, кошки? Кошки это... Башни по-грузински. Кошки. Такая весьма симпатичная башня, остатки. Красивая. В своей первозданности. Забрались на прикольную такую почти ровную площадку, круглую. Может, здесь тоже когда-то был какой-то бастион. И вот видны остатки стен, башни.
аутентично. Для масштаба Мамуку пустил вперед, пусть он покажет, какого это все масштаба. Не очень все большое, оно выглядит очень замечательно. Есть, залез. Хорош. Хорош. Ну вот, залезли мы на башню. Самая, наверное, сохранившаяся часть крепости. Сложенная из больших камней. Здесь есть площадочка. И тоже... Как бы у меня Мамука не подпускает. Нельзя. Не подпускает близко меня. Правильно делает, то убьет туриста. Не подпускает. Ладно, не пойдем. Ага, понятно, понятно. Смотрим на стены. Это вот сверху он все-таки, эти стены облицованы, внутри какие-то тоже камни, а сверху вот еще вот так вот обтесанным камнем все это облицовано. Эта крепость довольно доступная, про нее вообще не очень много народу знает. Ну вот мы добрались, посмотрели. Если вырубить все кустарники, то можно ее привести в божеский вид и показывать туристам. А может и не надо, пусть стоит сама по себе. Стоит уже столько веков, еще столько же постоит, зарастет лесом потихоньку, ладно. Вот там вдали дом, возле которого я был в прошлый раз с мужиками. И вот такие вот потрясающие виды. Очень высоко мы забрались. Как забирали сюда турки, если штурмовали ее, я не знаю. Да. За белыми вершинами Бахмаро находится. Это большой горный похва. Да. И снег, и сокольный. И там Бахмаро. Ну, прощальный взгляд на крепость. Мы начинаем спуск, который тоже обещает быть не очень простым. Молодец, Мамука. Да, не так легко. Прекрасное явление природы. Не забываем, что сейчас еще апрель месяц. И вот клубника, пожалуйста. Две ягодки созрела, одна мне, одной Мамуке. Здесь еще водятся улитки. Очень органично древние строители прямо-таки вписали башню между этих огромных камней, валунов. Вот она как возвышается здесь красиво, как будто влетая сюда. Вот эти круглые отверстия, для чего они? Для стрельбы, что ли? Это круглые отверстия в стене, дырки. Вот она, прекрасная гурия. Тоже остатки стены
Вот так камни висят, считай, в воздухе. Непонятно, что на чем держится. Крепость еще в ту сторону продолжается. Да? Вот еще одна стена, более-менее сохранившаяся. Еще одна стена. И турки, и испанские. Айдан. Ага, отсюда стреляли по туркам. Стреляли. Ну понятно. И там, и турки. Да как же они, бедные турки, лезли-то здесь? Мы без обстрела и только как залезли. Ну понятно. Ладно, домой пойдем. Всюду вот эти улитки живут здесь. Вот такая она древняя Асканская крепость, заросшая кустарником, давно не воюющая. Но не очень-то она к себе сейчас пускает, даже вне военных действий. Добраться до нее тяжело, ведь тут колючие лианы, много их. Мамука зовет посмотреть еще какой-то тоннель. Прямо под стенами находящиеся. Интересно. Какая-то пещера. Что это такое? Туннель. Туннель? Да, да, это туннель, наверное, все. Ну, он засыпан. Да, да. Ну и слава богу, а то бы еще заставил полезть в него. Да. А здесь бойница. Встретились два грузина, то они ни о чем другом поговорить не могут, как о политике. Я не знаю, что это.